Всем привет! Сегодня обзор бумажника. Вот этот замечательный бумажник Ferré я купил лет 15 тому назад. В то время в моде были другие бумажники, более массивные, объемные. Но мне, в общем-то, от бумажника всегда надо было, чтобы в него только помещался паспорт, пара карточек, может быть, какие-то небольшие дополнительные бумажки, типа пропусков, и пара купюр. Бумажник очень удачный, очень удобный, но, к сожалению, уже износился. Ничего похожего я долго найти не мог, но наконец-то нашел в компании Handverse. Сегодня ко мне приехала посылочка. Давайте посмотрим, сможет ли он заменить мой старый. Модель называется Sentry. Тоже такой минималистичный дизайн. Толстая достаточно кожа. Модель на кнопке. На первый взгляд качество отличное. Внутри такая плотная замша. Давайте посмотрим, поместится ли здесь все, что мне надо. Кстати, один из недостатков вот этого Ferré, то, что паспорт входит на пределе просто. Очень плотно и доставать его неудобно. Так, например, вот сюда разместим паспорт. Вместо банковских карточек я взял пару скидочных для примера. Вот так они размещаются. Дальше бумаги. И, наконец, купюры. Ну, кажется, получается неплохо. Насколько будет удобно, долговечно, посмотрим. Ну, такой короткий обзор бумажника. Будут вопросы, задавайте. На этом все. Всем спасибо за внимание.